Ой, друзья, что я вам хочу сказать. У меня такая находка, чуть дыхание не остановилось. Просто, я не знаю, руки дрожат. Руки дрожат, вторая часть. Блин, вот эта находочка. Меня чуть обморок не словил. Ну что, друзья, зима у нас началась в январе. Были лютые морозы, минус 20. Второй день потепления, и я в лесу копаю снова по скифам. Приехали ко мне друзья с дальнего конца Украины, с запада. Тоже ходят копают, есть у них тоже интересные находочки. И у меня есть находочка, сейчас все покажу. Ребята, вы на канале «В поисках золота». Те, у кого кнопочка горит красненьким, нажимайте, чтобы она стала серенькой. Поддерживайте подпиской канал, поднимайте статистику. А что, так можно было, что ли? Копаем, в общем, по скифам. И сегодня еще подъедут ребята к нам тоже на 2 дня копа. У нас вообще 3 получится, у них 2. Будем ходить по такому лесу. Снега немного, сантиметров может быть. Ну, 5-7 может максимум. В принципе, копается. Единственный минус — это то, что налипает на катушку. Налипает на катушку снег. Был бы немножко морозик, минус 1, минус 2, копалось бы намного легче. Вернее, катушкой махалось бы намного легче. Смотрим находочку, друзья. Гляньте, какой выпал шикарный трехлопастной наконечник. Давненько мне такие не попадались. Ну и вот. Собственно, не глубоко он лежал, кстати, практически сверху. Вот глубина залегания где-то была, ну, до 10 сантиметров. Вот такой вот хороший артефактец, которому 2000 с лишним лет. Супер. Супер-супер. Ребята где-то туда пошли. Машина стоит вот метров 40, наверное. Такое ходить можно. Ходить можно, друзья. Берем наг. Не знаю, как там будет видно. Снег очень сильно белизну дает. В общем, вот такой вот наконечник. Идем дальше искать. Все, смотрите. Друзья, я спешу вам напомнить, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки, чтобы принять участие в розыгрыше. Друзья, в лесу просто мега шикарно. Погодка, я не знаю, плюс 5. Супер, тепло, классно, ветра нету, копай не хочу, ходи не хочу, никого нету, лесников нету, охотников нету, копателей нету, просто шикарная погода, шикарное настроение, и находки лезут. Портал потихонечку приоткрывается, есть у меня классная находочка, сейчас вам покажу. Взгляните, друзья, заколочка выпала, просто шикарная, очень глубоко лежала, сигнал был очень плохой. Но такая вот вещица просто мега классная. И такие вот такого типа мы заколки тоже находили. Супер. Кончик единственное немножко обломанный здесь. Но это не я. Это она такая была при жизни. В общем, вот такая вот 2000-летняя штуковина. Шикарная просто, капец. Супер, супер, просто супер, друзья. Вот там вот ходят наши, мои друзья копают. Тоже какие-то находки у них есть. Потом подойдем к ним, обязательно все посмотрим. Класс, друзья, я уже доволен. Один наг, одна заколка. Хочется еще что-то, каких-то интересных артефактов. В общем, что я вам скажу. Сейчас, наверное, пойдем, может быть, чайку попьем возле машины. И я хочу сделать лайфхак. Налипает очень сильно много снега на катушку. Я возьму пакетик, замотаю катуху, чтобы на нее снег не налипал. Что-то себе предполагаю, что по пакету он будет, ну, не будет к пакету так налипать, и будет просто скользить катушка у меня по снегу.
В общем, все, друзья, отправляемся дальше, идем искать. Смотрите, не переключайтесь. Кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь. 10 тысяч скоро, осталось немножечко, и проведем розыгрыш. Разыграем золотое украшение. Идем дальше, друзья. Ой, друзья, что я вам хочу сказать. У меня такая находка, чуть дыхание не остановилось. Просто, я не знаю, руки дрожат. Руки дрожат, вторая часть. Смотрите, смотрите сюда. Просто. Я чуть не умер, когда его увидел. Это просто, не знаю, как я вам сейчас ее покажу. Смотрите. На его месте должен был быть я. Это просто огонь. Целенькая. Я даже лопатой в нее не попал. Прикиньте, РЖВшная какая-то, наверное, я не знаю, может это фибула какая-то была. Что-то, ну что-то РЖВшная стопудово вообще. Просто все целенькое. Все вот узорчики. Все целенькое. Как я ее выкопал с глубины ада просто, случайно выкопал. И не поп... чтобы не попасть в нее лопатой. Это просто капец. Друзья, я не знаю, что это такое. Ну, реально не знаю. Понимаю, что это ранний железный век. Вот здесь вот что-то железное было. Понимаю, что это ранний железный век. Но я не знаю, что это такое. Я думаю, может быть, фибула какая-то. Или какая-то пришивная блямба ихняя. Просто огонь. Находка. Находка просто огонь. Не знаю, как вам ее показать, чтобы... было хорошо видно, может там снег отсвечивает, ее не видно, но это просто фибула была 100%. Вот тут вот что-то железное с этой стороны, вот здесь вот что-то железное, и вот здесь вот что-то железное торчит. Скорее всего, что это была фибула. Это просто жир. Это такой жир, что вам сказать. Я не знаю, сейчас вызываю Серегу по рации, он не отвечает. Хочу ему показать находку. Это просто капец. И что самое интересное, вот здесь вот под этим кустом Моника выкопала наконечник, прикиньте. Просто вот она прошла рядом, вот ее следы. Там завернула и пошла сюда. Шла бы вот так вот где-то отсюда, заходила, словила бы этот сигнал железно. Он так четко бил. Он бил четко, цветным 97-98 сигналом и очень глубокий. Я сначала подумал, что это кованое железо. Блин, вот это находочка. Меня чуть обморок не словил. Офигеть, эмоций миллион. Сейчас зафоткаю, выложу в Инстаграм и друзьям отправлю, пускай посмотрят. Просто огонь находка. Может, Серега ответит. Серенький, прием! Молчит где-то. Где-то рация не достает. Может быть, далеко ушел. Серега, прием, прием, Серега. Или рацию выключил. Или не достает, далеко ушел. Хотя, ну куда тут можно было далеко уйти? Я кручусь возле машины. Машина от меня, ну вот, метров 30, наверное. Поставил машину. Метров 30. Класс, находка, просто огонь. Этот лес мне однозначно нравится. Тут еще копать и копать, просто копать. Ладно, фоткаю, друзья, выкладываю в Инстаграм. Кто не подписан на Инстаграм, обязательно подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь на канал. Нужно добрать 10 тысяч подписчиков и разыграем золото. Все, фоткаю находку, иду дальше искать. Значит, не глубоко он, в принципе, лежал. Вот такая вот семочка, наконечник, классненький, классненький, кончик обломанный немножечко, но иду дальше искать. Хожу я с блондинкой, все так же катушку не меняю. Блондинка, в принципе, наконечники видит очень неплохо. Идем дальше, смотрите. Друзья, не глубоко лежал, еще один наконечничек. На этот раз трехлопастной. Как-то два кончика обломаны здесь. Сейчас его протру немножко. Вот такой вот он.
Два кончика обломаны, один целенький. Такой ничок, кстати, наконечничек пойдет. Пойдет. Супер. Супер. Ребята тоже что-то ищут. Сигнальчик какой-то копает Серега. Так, все, идем дальше, друзья, искать, смотрите. Так, ну что, друзья, иду к машине. Времени уже у нас где-то начало пятого. Темнеет уже позже. Так что больше времени остается покопать. Иду к машине, заканчиваем на сегодня мы наш коп. Находки, ну просто огонь. Четко. Получается четко. У вас действительно. Умеете, могете просто. Я даже не ожидал такое найти. Лес сегодня, конечно, порадовал. Хороший наконечник, хорошая заколка. И я думаю, что это все-таки фибула по РЖВ. Шикарная фибула, находочка, просто огонь. Никогда раньше такого не находил. Завтра в этот лес мы возвращаемся уже с друзьями. Еще одна компания приезжает. Завтра возвращаемся сюда. Будем опять ходить все здесь же. Андрюха, наверное, приедет. Это Ксе, думаю, звонил мне сейчас. И, скорее всего, что Колян тоже приедет, наверное, с Тёмычем. Так что завтра, я думаю, начнем тоже снимать какую-то серию, если будут находки. В общем, звонит мне кто-то. Сейчас перезвоню. В общем, заканчиваем на сегодня коп. Друзья, всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Поднимайте статистику, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, еще увидимся. Всем удачи, всем пока. Theology – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Theology – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Theology вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Theology. Ссылки под видео в описании.